Всем привет, дорогие друзья! Привет! Мы находимся в Афьоне, но живем мы в городе Алания. Если вы не смотрели наши предыдущие видео из Алании, обязательно смотрите. А в этот раз мы находимся в Афьоне. Мы приехали в Афьон, в город. Здесь живут родственники Айхана, все братья, племянники. Многие из вас смотрели видео со свадьбы в прошлом году. И в этот раз мы приехали в деревню, где будем сажать перец, помидоры и так далее. И пришли на местный рынок. Поэтому, друзья, в этом видео я вам покажу местный рынок. Кто не смотрел видео из Алании с рынка, обязательно смотрите. А сейчас будет видео с рынка в Афьоне, точнее, с того, что осталось от рынка в Афьоне, потому что мы приехали очень поздно. Афьон достаточно большой город, и здесь тоже большой рынок. Если говорить о рынке, то здесь продают вещи. Вот, например, носки по 1 лире можно купить. А в ту сторону, в которую мы сейчас направляемся, продают фрукты и овощи. Но, как я уже сказала, многие уехали, потому что мы пришли достаточно поздно. Но сейчас посмотрим, что из фруктов и овощей, и какие здесь цены. Кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь и увидите много интересных видео из деревни. И, конечно же, не забывайте подписываться на нашу группу в Фейсбуке, где мы делаем прямые эфиры и постим каждый день разные фотки и видео. Рынок, конечно же, просто огромный. Вот тот, кто еще не уехал, остался, вот там продают все вещи. Здесь тоже какие-то вещи. И можно приобрести, когда, конечно же, много продавцов, много вещей. Здесь продают различные принадлежности для кухни, для дома. И вот здесь фруктово-овощной рынок, продуктовый рынок. В Турции на рынке не продают мясо, вы об этом все прекрасно знаете, а мясо продают в мясных лавках. На рынке можно купить фрукты, овощи, ну и, конечно же, разные сыры, яйца и различные приправы. Давайте, друзья, сейчас пройдемся по рынку и посмотрим цены. Вот арбузы, килограмм 2 лиры. Есть кабачки, есть баклажаны 2 лиры. Ну и, конечно же, все самое традиционное в этот сезон, что есть здесь, то есть и в Алании. Персики, нектарины, есть помидоры и огурцы. Огурцы, кстати, свежие. А вот это знаменитый афьонский картофель. 5 килограмм стоит, 5 килограмм 10 лир желтый картофель. И вы видите, здесь разные цены. Большой картофель 5 килограмм 10 лир. А который помельче, 6 килограмм, 6 килограмм 10 лир. Есть пешмани, лукум и яйца. Яйца с фермы, которые ежедневно свежие привозят на рынок. И здесь у нас огромнейший выбор оливок. И представляете, друзья, даже принимает кредитные карты. Мерхаба. Ваш булдук. Очень много разных видов оливок и оливковое масло. Очень много оливок и говорят, что вот это самые вкусные. Бу. Ханги, все это какие? А, вот эти вот по 30 лир. Видите, самые дорогие оливки, они чуть подальше. Вот эти вот оливки, которые помельче. 13 лир, 15 лир. И у них у всех есть название, у всех этих оливок. А которые подороже, они стоят уже 30 лир, 38 и так далее. По 17. Есть вот такие вот черные, это стандартные, которые можно купить в магазине, но вот эти вот просто огромные. Огромное количество оливок, друзья, это что-то
что-то невероятное. Зелень ящиками. И на этом рынке уже мало осталось продавцов. Но посмотрите, какой выбор оливок. Просто невероятно. Ну и, конечно же, картофель. Мераба. В Афьоне без картофеля никуда. Огромный картофель. Также продают бананы. Килограмм стоит 10 лир. И это бананы из Анамура, как раз недалеко от Анталии. Морковь. 1 лира. А это что? Бусалчамы? Бибермы доматесмы? А это томатная паста домашнего приготовления из помидор. В Турции также делают пасту из перца, из красного перца. Сейчас сезон арбузов, и, друзья, посмотрите, какие яркие, красные, сочные арбузы. Вот так вот выглядит здесь рынок. Но сами понимаете, сейчас в это время и торговцев мало, и приехали мы поздно. Но, как вы видите, ассортимент точно такой же, как в Алании, и цены тоже, в принципе, не отличаются. А те, кто любит семечки, могут купить целый килограмм соленых семечек. И если вы встречаете вафли на рынке, вот эти вафли тоже очень-очень вкусные. Здесь также продаются на развес вафли, шоколадные, ванильные, очень-очень вкусные. Здесь мы покупаем орехи и вот эти вот чипсы, это самые вкусные чипсы. И большое количество семечек, какие хотите. Друзья, и как мы вам обещали, мы сейчас делаем обзор района, в котором живут самые обычные семьи, есть и, конечно же, необычные, скажем так, с разным доходом. Здесь много парков, зелени. В общем, Айхан сейчас расскажет особенности этого района. Токи devletin bir inşaat firması, devlete bağlı bir inşaat firması, emlak konut diye geçer. Toki'deki olay dar gelirli ailelere ev yapmak için, onlara ev sahibi yapmak için kurulmuş bir proje bu. Çok eski, 50 yıldır onlara ev yapıyorlar. Çok farklı şeyleri var, çeşitleri var. Mesela dar gelirli, fakir aileler için 1+1 daireler yapıyorlar ve 2+1 daire yapıyorlar. Ekonomik daireler deniyorum ona. Sonra normal gelirli aileler için de 2+1 ve 3+1 daireler yapılıyor. Onlarda biraz daha ultra kalite, biraz daha lüks oluyor. Onun haricinde değişik bir şey yok. Kullanılan malzeme genelde aynı. Ama Toki'den ev sahibi olmanın belli şartları var. Mesela 1+1'ler için herkes zaten başvurma yapamıyor. Ondaki şartlar biraz daha sert. Ama 2+1 ve 3+1 bir daire almak istiyorsanız, sizin şehrinizde Toki'nin bir projesi varsa, önce Ziraat Bankası internetten başvuru yapıyorsunuz ve Ziraat Bankası'na harcını yatırıyorsunuz bunu. Ama atıyorum burada 150 tane daire yapılacak ama başvuru 300 tane var. O zaman noter huzurunda kura çekiliyor. Kurada kazanan isimlerin daire sahibi oluyor. Diğerleri artık başka bir toki için müracaat etmek için bekleyecekler. Yapacak bir şey yok. В таком районе обычно расположены разные дома, как сказал Айхан. И вы видите здесь четырехэтажные дома, где есть квартиры 2+1, 3+1. И розовые дома, где квартиры 1+1. Качество этого строительства очень высокое. И цены чуть ниже. И так же, как сказал Айхан, это жилье доступно для граждан Турции. И по очень хорошим условиям. В этих районах много социальных разных объектов, очень много детских площадок практически у каждого дома. И чем отличается, особенно здесь в Афьоне, это вот такая вот зеленая территория. Как вы видите, есть парковки и дома четырехэтажные. Старший брат Айхана живет в квартире 3+1 на
первом этаже, на нулевом, скажем так. И здесь у них 3 плюс 1 квартира и очень комфортно. Вот такой вот детский парк, очень много зелени, травы, где дети могут отдыхать, гулять. Как вы видите, ничего не огорожено. И можно перемещаться между домами. Дома похожи на такие небольшие коттеджи. Есть балконы, но балконы тоже небольшие. Многие города Турции отличаются также своей архитектурой типичного жилья, потому что в Алании очень жарко, и нам нужны большие балконы. А здесь балконы небольшие. Есть балконы на кухне. Здесь расположены также рядом магазины. Обычные, можно покупать продукты на рынке. Ну, в общем, вот такой вот район. И таких районов в городе может быть несколько. Все зависит от того, насколько город большой. Сейчас мы с вами пройдем в подъезд, и я вам покажу также квартиру, в которой они живут. В Алании в этом году также начинается строительство такого района. И мне кажется, что это очень хороший вариант для граждан, для того, чтобы приобрести квартиры в рассрочку по приемлемым ценам и хорошее качественное жилье. Вот так вот выглядит здесь двор. Там располагается парковка, и сейчас мы с вами пройдем в квартиру. Как я и говорила, здесь 4 этажа. В этом доме есть газ. Здесь проведен газ. Практически во всех регионах Турции есть газ. Нет его в Алании и в Анталии. В Анталии в некоторых домах есть, но мало. Сюда приходит почта, различные объявления. В этом доме месячная оплата обслуживания стоит 35 лир. И в каждой квартире вот так вот проведено газовое отопление. Конечно же, вы все знаете, что в Турции обувь оставляют за пределами квартиры. И брат Айхана, старший брат Айхана, живет в квартире 3 плюс 1. Он является государственным служащим и работает в лесной охране. И сейчас мы готовим ужин. Вот такая вот здесь кухня. Кухня здесь все отдельные. Мы привезли, чтобы посадить в деревне, помидоры и перец. И сейчас готовим какую-то традиционную афьонскую еду. Я дига бизне я пёрус шимди? Бизшинди тирит япчас. Тирит я. Тирит. Насыл бишео? Юкайла. Тавук суйла, тавук этиле. Тавук этиле. Будем из теста. Юкайла, тирит япчас. В бульоне курином. В общем, друзья, я никогда это не ела. Здесь очень много зелени, курицы. И будем все это дело запекать. Должно быть очень-очень вкусно. И вот таким вот образом выглядит кухня. И здесь есть газовое отопление, обогрев воды. В общем, здесь все подведено. За газ в месяц они платят около 300 лир, а за электричество 100, ну, около 100 лир. Балконы здесь небольшие, и поскольку есть деревенский дом, все растения, все овощи, фрукты выращиваются там. А здесь так, просто балкон, посидеть утром, попить чай. Ювка, вот так вот ювку ломаем, крошим. Sonra üstüne tavuk suyu mu koyacağız? Tavuk suyu koyacağız. Tavuk eti koyacağız. После этого наверх все это зальем бульоном и наверх положим куриное мясо. Bu yemeği sadece Ramazan'da mı yapılır ya da her... Normalde de yapılır da Ramazanlarda daha çok yapılır. Bizim Afyon geneline özgüdür bu. Afyonlar çok yapar bunu. Hı-hı.
Yufka ev yapımı mı? Ev yapımı. Alperen'le biz yaptık. Ha. Ha, ben açtım, Alperen pişirdi. Köfte yaptık yani. Теперь вареную курицу отделяем от костей и вместе с чесноком, мясо с чесноком, положим на вот это вот тесто, сухое тесто, которое покрошили. Тесто тоже домашнего приготовления. Друзья, я это не ела, может быть, кто-то из вас пробовал, но я очень люблю курицу, поэтому думаю, что должно быть вкусно. Сделаю для вас более подробный обзор квартиры. Квартира 3 плюс 1. Здесь 3 спальни, 1 гостиная, 2 туалета и большая кухня. Когда мы заходим в квартиру, мы видим вот такой вот большой шкаф. Здесь хранится постельное белье, всякие разные принадлежности. Кухня очень большая. Холодильник, стол, стиральная машина, посудомоечная, точнее посудомоечная машина, плита. Вот такой вот небольшой балкончик, где все есть необходимо для того, чтобы хранить продукты. Конечно же, здесь газовое отопление в этой квартире. Всегда есть горячая, холодная вода, газ. В деревне, друзья, это тоже все есть. В турецкой деревне есть и газ, и вода, и отопление, и все, что необходимо. В турецком доме 2 туалета. Один туалет гостевой, и вы все знаете, что это туалет в полу. Не буду его показывать, он с той стороны. А второй туалет и душевая совершенно обычные, как у нас у всех. Здесь гостиная, сюда приходят гости, пьют чай, кофе, общаются. В общем, проводят время с семьей и с друзьями. Далее идет большая ванна. Здесь есть душ, стиральная машина. В общем, все, что необходимо. Как вы видите, газовое отопление и есть батареи, которые включают, каждая семья включает тогда, когда необходимо. Здесь вторая гостиная, могла бы быть спальня, но здесь вторая гостиная, и она уже для семьи, она более такая маленькая, здесь в основном смотрят телевизор, и также, когда приезжает много гостей, гости здесь спят. Здесь расположено две спальни, одна детская и одна спальня для родителей. В общем, вот такая вот квартира, очень уютная, много места для семьи, самое то. И вы прекрасно знаете, что в Турции считается всегда квартира, комнаты в квартире по спальням. То есть 3 плюс 1 означает 3 спальни, отдельная кухня и гостиная. А вот так вот выглядит Тирит. Очень вкусно. Хатидже, спасибо. Что еще? А, хлеб обязательно, пиде, сарма и юка. Вот так вот выглядит наш стол. Здесь йогурт, салат. Afyon traditional food. Afyon traditional. Как готовят, вы уже видели, а готовое блюдо выглядит вот так. Важдра, важдра. Важдра, очень вкусно. Вкусно. Mm-hmm. Приятного аппетита. Спасибо. Ормандж Зеки. Биг бой. Биг бразер. Биг бой. Биг бой. А, биг бой. Биг сан. Али сан. Джуниор Зеки Альперен. Салат. Анлат арт. Не анлатайм. Бабам, işte... Ne? Aslan gibi adam. Bu adam benim babam değil. Yok. Ne diyeyim, ne diyecek ki şimdi? Sohbet ediyoruz işte şimdi. Ya şimdi aynen. Şöyleydi. Tesbihçi Kadir oynuyordu. Asıyorum işte damlaları. Biraz sonra oynayacağız. Onu oynayacağız birazdan. Okey, masası programı mı?